что же, приступим к главному. И снова здравствуйте. И на этот раз у нас альпака Сури на обзоре. Номер 844. Давайте же посмотрим, что ГСК нам положили в этот раз. А ничего и не положили. Даже ничего и не выпало. В этот раз они вклеили подставку на скотч. Обычно они просто болтались и выпадали. Ну, здесь у нас типичная инструкция, кстати. Как ставить других нендов в диораму с текущим. Это интересно. Так, давайте клянем. А, здесь еще руки комплектно лежат. Кроме подставки. Надо же. Здесь целый набор рук. Так, а как ее распаковать? Японцы, это что вообще за... Кто так скотч наклеивает? Что это за... Икебаны, я не понимаю. Здесь у нас комплект ручек, держащих различные предметы, видимо. Ну, чашки, чайник. Давайте же на них посмотрим. Так, вот сама Сури. Отлично. Ушки, конечно, такие, как будто кошачьи. И два хвостика. На самом деле миленькая. Вся такая пушистенькая, как будто. Так, здесь у нас весь набор. Поднос. Маленький столик. Чайник. И чашечки, три чашечки с чаем. Как мы помним, в прошлом наборе была четвертая для Ибиса. Потому что тут диорама как бы предусматривает только сервалок, кабанчик и Сури. Также тут различные ручки для держания подноса, видимо. И черная ручка, это, видимо, для кабанчика, да. А белый получается для сервала. То есть в этом ненде для двух прошлых нендов детальки предусмотрены. Это, кстати, классно. Я не помню, чтобы у ГСК была такая комплектность среди нендов. Каждый следующий продолжает предыдущему. И также у нас еще есть пара мордашек. Удивленная и довольная. А на этом все. Бывайте. Дополнительных деталей в этот раз нету.